Так, это прокатанное тесто грессини, как круассан, да? Один соус это... Что? Это сметана и... Что это там? А, сметана и тартар, правильно? А второй просто горчица. Ну, сразу берется два куска, промазывается. Большие. Большие горчицы. Да? Да. Да. Вот это он посыпает чем? Это бекон? Бекон, да. Фарш бекона. Побрись. Потом на кухню заказ. Как вам порезать? Сантиметр на сантиметр? Нет. Миллиметр на миллиметр. Каша. Выше каша, надо смотреть. Каша бекон. Котлета, все. 5 кило в день. Доволен, все очень. Много работы, еще. Нормально, по un patron. Это очень мелкая фракция. Дорогой. Ну нет, снимаешь, что делаешь? Ты делаешь. Non, parce que le dressing, tu l'as pris sur feuille. Non, здесь фарш из рыбы. Прижимай, вот тут, да. Я прижимаю. Там из бекона. Не бойся, плотнее. Тесто грессини.